Марк Давидович Сергеев, русский советский писатель, поэт, переводчик, критик, краевед, участник Великой Отечественной войны, член Союза писателей СССР, главный редактор альманаха «Ангара», член Союза российских писателей, заслуженный работник культуры РСФСР, почетный гражданин Иркутска, кавалер орденов, знак почета и дружбы народов. Биография. Родился в семье строителя, впоследствии начальника комплексной изыскательской партии для проверки Подунского сужения на реке Ангаре Давида Марковича Гандваргера, по материнской линии приходился правнукам классику еврейской литературы Менделеему и Херсфориму, окончил историко-филологический факультет Иркутского университета. В 1979 году вошел в редакционную коллегию книжных серий «Литературные памятники Сибири» и «Полярная звезда» Восточно-сибирского книжного издательства. В 1994 году выступил инициатором создания Всероссийского фестиваля «Дни русской духовности и культуры. Сияние России». Похоронен в Иркутске на Радищевском кладбище. Творчество. Произведения переведены на болгарский, венгерский, молдавский, монгольский, эстонский, японский и другие языки. В Иркутске произведения входят в региональную школьную программу по внеклассному чтению. Автор сказочных повестей, составивших сборники «Веселые беглецы», «Сказка о нетающей снежинке» и другие удивительные истории «Вот так чудеса». Написал детскую фантастическую повесть «Машина времени» Кольки Спиридонова, которая затем, вместе с повестью-сказкой «Волшебная галоша», объединена в одном томе «Волшебная галоша. Машина времени» Кольки Спиридонова. В 1991 году стал членом редколлегии детского журнала «Сибирячок». Автор сказки о приключениях сибирячка и его друзей и ряда публикаций по истории, краеведению, сыграл большую роль в становлении детского журнала. Награды и премии орден «Знак почета», «Орден дружбы народов», лауреат премии Иркутского комсомола им. Иосифа Уткина за поэму «Коммунисты», лауреат премии Фонда развития культуры и искусства при Комитете культуры Иркутской области за книгу стихов «Каждый день начинать себя снова». Память. Имя Марка Сергеева носит Иркутская областная детская библиотека. Имя Марка Сергеева носит Иркутский дом литераторов. На доме, где жил Марк Сергеев, установлена мемориальная доска в память о нем. В Иркутске учреждена премия «Интеллигент провинции» имени Марка Сергеева.